время для тела. Сначала поесть суп то надо. ит. Да? И. Стоит гигантский цветок. Иди туда и ищи подсказку. Подсказку? Каждой подсказке будет буквы. Собери слово и найди приз. Так, Рома, сначала раздевайся. Да, раздевайся, а потом иди к большому. А нет! Приз, мы не будем сейчас перед супом есть. Ну, не будет он его есть. И очень вот Маша все в таком духе. Ну, а? Но. Если бы не было бы... Ничего-то. В этой комнате есть много игрушек. Там и есть подсказка, но сначала открой вот это вот. Как ты это сказать? Не знаю. Две буквы. Бери их с собой. Нежно не достать. Бери с собой эти две буквы. Так, в какой комнате есть много игрушек? Моей. Ну. Да. В этой комнате есть красная кровать. Там и ищи подсказку. Где красная кровать? Так. Красная кровать. Красная кровать. Вот это, мама, красная кровать. И что тут нет? Ищи подсказку. Вот именно. Она приклеена. Как мы это... Так, бери букву. Букву бери. Загляни в шкаф и найди следующую подсказку. В шкаф. В этот? А в какой? И чего? А посмотри наверх. О! О! О, буква А приклеилась. Закрывай. О, смотри на букву. На нем ты пишешь домашнее задание. Что это? Найди следующую подсказку. Это тетрадь, на ней я пишу. Что за подсказка это? Это и есть подсказка. Это был стол. Бери вот этот листочек маленький. Это пробел, то бишь есть тут два слова. Это белый большой предмет, Это белый большой предмет, на котором висят квадратные штучки. Штуки. Штуки? Белый большой предмет. А что это может быть? А догадайся. Белый большой предмет. Ой, нет. Не это. Белый большой. Мам. Белый большой. Разные штуки. Что это? А, холодильник. Да. А может, ты внутри посмотришь? Да, внутри! Внутри холодильника? Да, внутри холодильника. Внутри холодильника. И так, подсказка. Сначала собери слово. И? Ки. Угу. Кит. Нет. Кит. Да. Кит. Пробел. Андрей. Угу, прикольно. Тут крель. Так, это... Кит. Кат. Ничего не напоминает? Кат. Кит-кат? Да. Последняя подсказка. Иди в Машину комнату, загляни в сумку с оранжевыми кругами, там и найдешь подарок. А где твоя сумка? Сумка с красными кругами, с оранжевыми. Сумка! Сумка. Вот оно. Что? Это мой портфель. Ройся в моем портфеле, так скажем. Горячо. Горячо. Очень горячо. Очень. Нет, тепло. Здесь очень, тут нету. Холодно. Дубняк такой, что вообще кошмар. Очень холодно. Очень-очень холодно. Да как это дует? А ты не заметила, что...
Вообще горяченно. Ой-ой-ой. Нет. С другой стороны, с другой. Ой. А что нужно мне сказать? Ой, на самом деле, это кит-кат, который мы вчера купили. Да. Я составила такой вот квест небольшой для Ромы. Конечно, с подсказками он получился очень быстрый, но получилось очень-очень прикольно. Кстати, ребята, сегодня, 1 февраля, день рождения моему каналу, 2 года. Эй, да, 2 года моему каналу. Они пролетели так быстро, что я вообще не заметила. И нас уже с вами около 60 подписчиков за 2 года. Я считаю, что это нормально. Для кого-то это может быть показаться что-то ерунда. Но для меня это действительно очень много. И спасибо вам большое за то, что за эти 2 года вы проявляли такую активность. И поздравляю вас всех с этим праздником, с 2-летием моего канала. Ну что ж, с вами была я, Марта, мой младший брат Рома, который искал подарок. Всем удачи, всем пока!